натягивали жилеты, технику, работающую на улицах города. Значит, в рамках субботника, двухмесячника по благоустройству, жилищно-коммунальные предприятия приступили к уборке улиц Свердлова, бульвара Пасова, улицы Чудова, Фрунзе. В данном направлении работы продолжаются. И пользуясь случаем, мы хотим обратиться, принять участие нашей общественной организации, наших жителей неравнодушных к уборке четырех территорий, которые у нас остались неохваченные. Это у нас поселок Черепуха, площадь Мира, две лесопосадки в городе на микрорайоне Артема и Лесной, улица Парковая, улица Гадюка. И у нас остался неохваченный территория Карла Маркса, да, вечный, значит, памятник Великой Отечественной войны в районе памятника, тоже сквер. Мы, пользуясь случаем, предлагаем принять участие в нашей организации общественной и контактные телефоны для справок, для взаимодействия у ЖКХ 325-63 и 095-55-88-144, кому телефон.